Короче, расскажу вам сейчас про игру. Точнее, это я в нее не играл. Эта игра называется Хит. Ну, там сейчас более подробно вы увидите, как она там называется. Ну, сокращенно Хит ее в поисковике. Точнее, ну, вот. Heroes of Incredible Titles. Игра построена на движке Unreal 4. Ну и, собственно, сейчас должна удивить нас графикой. Не знаю, русский язык, по-моему, нет, если сразу идет у нас по-английски, без субтитров русских. Игра бесплатная, жанр ММО. Ну и, собственно, из этого прыгаем. А, нет, вот внизу есть просто, почему там не было. Нифига себе графон. Фридрих, лого врага перед нами. Давайте убьем их командира и покончим с этой ужасной войной. Ну ладно, короче, бред там. Как-то управление мне не нравится. Пошли. Так, тут 4 класса, но это мы сейчас увидим. Эй! Фига тут. Да ну нахрен, я лучше сам буду. Вот нахрена делать автоигру, я не понимаю, ребята, вот не знаю, кто этим вообще пользуется, блядь. Ладно, там пройти по карте до точки, да, вот это я понимаю. Но когда боевка, ух ты, как красавчик. Иди нахер. Я он, блядь. Бах. Не знаю, нахрена это вообще. Блядь, вот пиздец. Ну, короче, понятно. Кто она, блядь? Ну, все бойцы, блин. Только один вот маг. Это тяжеловес, как я понял, блядь. Я хочу фею попробовать. Какой нахуй тики, блядь. А что, им нельзя изменить? Ну, ладно, блядь. А, вот. Кстати, добавляйтесь в друзья. Будем играть вместе. Так, окей. В смысле? Да, блять, а чё? По-русски что ли надо? Не понимаю. Давай так вот. Так. А если как-нибудь так вот, ладно. Цифру надо обязательно добавлять, без заебал.
пойдет? Не понимаю. Бля, именно по-русски только, да? Зашибись, игра половина английская, блядь, а никто по-русски. Ну нахрена это будут делать, я не понимаю, что за бред? Пиздец. А, понятно. Давай уж, блядь. Приключения пошли. А, ну понятно, тут еще энергия. Ну тут кто-то она в ботинках, как я понимаю. Да. Ну не знаю как-то. Вода прикольная. Крутик. Ух, ебаги. Блядь, тут еще на время, блядь. Ой, ебать. Бля. Ну, короче, графон-то пиздатый, но не живой, блядь. Не трава, вот видите, трава какая-то вообще дичка, бля. Я не знаю, я сейчас попробую настройки посмотреть. Ну, что-то мне не нравится графон, блядь, как-то не то. Блядь, заебал. Купить. Чувствую, эта игра на как-то мне, я думаю, что это на раз, блядь. Наконец-то, ёпта. Ну понятно, но это как везде. Усилием крафтим. Так. Чех. А, вот настройки. Настройки. Графика. Че это? Графика 4. Скорость игры, естественно. Устройство. Язык русский. Так, ну график, скорость игры, что-то, блядь. Ускорение видео. Не знаю, что это значит, ускорение видео, все, посмотрим. Бля, давайте, ребят, сейчас я перезапущу тогда. Вот так телефончик-то нагревается. Ладно, давай. Графику мы хотим посмотреть. Вон, Unreal Engine 4.
Ну понятно, донат, донат, донат. Навыки, что у нас с навыками? Че? Ты... Так, ну давайте в игру. Подождите, стоп. А, все, он улучшил. Так, ну давайте вторую тропинку. Сейчас посмотрим, что у нас там. Ну, да не знаю, тут ничего ни хрена не... Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, сука. Ну, какая-то графика вообще ни о чем. Ну, не, мне не нравится. Хрень какая-то вообще. А вот видите, у нас еще 10 левел, это ну 10 и по 20, из 20 уровня только откроется. Так, не знаю, как тут. Сейчас будем искать, где тут открытый мир. По-любому должен быть же, это же, блядь. Сейчас мы играем PvE, ну, то есть с компом. Но должен быть... Графика, ну не знаю, мне не нравится. Ух ты, сука. Даже вибрирует, когда это. О, два сундука упал, круто. Блин, такая у них конченая анимация. Третий уровень у нас. Навыки, давай. Такс. Что за испытание? Ну тут чисто с этими и... Ладно, давайте докачаемся до 6 уровня, у нас 3, хрен с ним. Начать бой. В принципе, тут не длинные. Ну, может кому-то игра понравится. Мне пока не, вообще не нравится. Хрень, графика и... Чё тут? Не знаю. Поставил я на максималку, блин. Ну, чё-то мне вообще не прёт. Я не вижу открытого мира. Мне нужен открытый мир, это ММО. Это не какая-то дичь, сука. Меня ударило, блядь. Ну, кому, может, такие игры нравятся? Чё, почему бы не скачать? Ну! О, ёпта. Ну, мобов я херачу тут, да. Как бы... Ох, еб... Да, точно накаркаю, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нихрена вы, блядь. Опять что ли ты, блядь? Уёбок. О!
Ух ты, сука, блядь. Все. Готов. О, четвертый сейчас что-то я там поднял. Подождите, ребята. Навыки. Снаряжение. Не хватает у нас. О! Снарягу немножко, аксессуаров у нас ни хрена нету, поэтому погнали. Шестой уровень. Нам нужен шестой уровень. Ой. Поехали. Ох вы суки, бляди. Да, офигенная анимация, блядь. Я еще до моста не дошел, они вылезли, блядь. И типа показывают, что это вах. Блядь. О, чучело какое-то, блядь. Сейчас мы тебя вырубим, нахуй. Да. Иди нахер. Крутая анимация вообще. Так, пятый у нас уровень. Бабла у нас мало, ладно, следующий давай. Так, давай. По-моему, Dungeon Hunter и то графика намного приятнее, чем вот тут. Ну, блять, не знаю. Блять, это кто? Сука, такие уроды. Эй, блядь. А чё за арена, по-моему? Камера меняется, видите,
то была ближе, когда мы шли. А сейчас она как-то подальше, чтобы мы были виднее. Ой, блядь. Пиздец. Не, ребята, я не графа дрочу, но если они говорят, что на таком движке, блин, ну я знаю, что это может движок выдавать по графике, но это, блин... Не, конечно, на нем это я не спорю, но графика тут не божественная, ни хрена. Говно, я бы сказал. Давайте, шестой уровень, наконец-то. Так, о. Погнали. Нет, мы тут больше не будем начинать. О, да... Ой, ладно. Я это сам так хотел. Поэтому и качался. Давай. Так. Ну теперь, как я понимаю, это с людьми. И это ни хрена тоже не открытый мир. Просто с людьми. Ну давайте, я пока не... А, ну да, с людьми. Чё? Да. Понятно. А где ПВП-то? В каком? Не, ребят, что-то мне вообще это не нравится игра, блин. Не знаю. Хотите скачать и поиграть, что это у нас тут? Все, ребят, спасибо, что смотрели. Не знаю, игра мне как-то не понравилась, ни графика, ни... Вообще не понравилась, грубо говоря. Не знаю. Если хотите, попробуйте, конечно. Она бесплатная, тем более. Конечно, весит 1,3 гигабайта. У меня iPhone 6 Plus. Идет нормально. О, смотрите. Можно даже крутить ее, крутить. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк. Всем пока.